Мы продолжаем знакомить вас с полезными вещами для отдыха на природе. Сегодня у нас мобильные холодильники Климатек от поставщика Автопрофи. Модели от 20 до 45 литров. Есть даже вот такие на колесиках. Взял и повез. Это термоэлектрические холодильники, которые успешно могут работать как на охлаждение, так и на подогрев. Начинка – термоблок на элементах пельтье, которые либо нагреваются, либо охлаждаются при прохождении тока, в зависимости от полярности. В физику процесса особо углубляться не будем. Основной плюс системы – простота и компактность. Из минусов – невысокий КПД в сравнении с компрессорными морозилками. Ну и, конечно, цена. Термохолодильники существенно дешевле компрессорных, и это важный аргумент. Начнем с двадцаточки. Это самый маленький холодильник. Ручка для переноски также является замком. Крышку можно открыть только в одном положении, когда ручка откинута вперед. В комплекте инструкция на русском языке плюс два питающих кабеля. Один под сетевую переменку, другой под розетку прикуривателя 12 вольт. Термоблок находится в крышке, это внутренняя его часть. Вентилятор гонит воздух через теплообменник, этим самым его охлаждая. Вторая часть термопары находится снаружи крышки, она соответственно нагревается, а вентилятор отводит тепло. Поэтому при работе крышку нашего холодильника закрывать нельзя. Быстро перегреется. Меняем полярность, и все работает наоборот. Чудес никаких нет, обычная физика. Далее модели 24 и 28 литров. Они практически близнецы, отличаются лишь высотой, на чем мы остановимся чуть позже. Термоблок такой же, только немного развернут. Как видите, у них уже есть решетка-сепаратор для разделения продуктов. Это весьма полезно для сохранения их товарного вида. Холодильник мобильный, отряска в путешествиях – обычное дело. И вот, наконец, самая большая модель на 45 литров. Для большой семьи или компании будет в самый раз. А вот мороженое здесь растает. Минусовых температур от этих холодильников ждать не стоит. Термоблок помощнее, но и объем здесь тоже не шуточный. В крышке с краю есть ниша, наверное, под горлышки невысоких бутылок. Еще пару слов про крышку. Садиться на нее не стоит. Она пустотелая, внутри находятся термоблок и вентиляторы, поэтому не очень прочно. Вентиляторы закрывать тоже не нужно, перегреете термоблок. Наверное, я не вполне корректен, промеряя наши холодильники народной полторашкой, а не Даноном или Растишкой. Но где же взять на работе столько Растишки? Смотрите, в 20-литровый бокс у нас стало 6 бутылок. Но есть проблема, крышка не закроется. Наверное, этот как раз под Растишку. Что ж, есть у нас модель побольше, 24 литра в объеме, тоже попробуем. Наверное, правильно говорят, дурная голова рукам покоя не дает. Можно было просто сравнить их по высоте и понять, что тоже ничего не получится. 28 литров, вот он реально повыше, и определенно надежда есть. И вот 6 бутылочек легко встали в новый холодильник. Там где 6, там и 8, чего зря воздух возить. Проверяем, опачки, шар в лузе, и можно отправляться на заслуженный отдых, например, на катере. Если нет катера, можно на лодке, ну а если у вас до сих пор нет лодки, я даже не знаю, как быть в таком случае. Приходите к нам в магазин, поможем вашей беде. Да, еще у нас остался King Size. С ним есть проблема, наш эталон совершенно не встает по высоте. Но помним мы слова пророка, упавший духом гибнет раньше срока. Панель подключения у всех моделей находится в крышке сбоку. Все неплохо, но тумблер чуть выступает из ниши и может легко выключиться, если его чем-нибудь задеть. У самого большого холодильника этого недостатка нет. Вся панель утоплена в нишу, и выключатели тоже. И, конечно же, проведем тест с термометром. Будем охлаждать пустой 20-литровый холодильник. За бортом у нас 22 градуса, сделаем замеры через 15, 30 и 60 минут. Какие можно сделать выводы? Морозить в лед данный аппарат ничего не будет. Если это нужно, смотрите наш обзор компрессорных моделей.
Продукты и напитки загружайте охлажденными, тогда эффективность будет намного выше. Цена немногим больше обычного термобокса соразмерного литража, поэтому смысл покупки определенно есть. Желаем вам комфортного отдыха и ждем в наших магазинах.